Давай, сделай это! Это Крисигрем. Если пронзить им твое сердце, ты впадешь в глубокий сон. Это тебя не убьет. Но ты потеряешь все силы и не сможешь воскреснуть, пока его не уберут. Я буду слишком слаб. Это... не та смерть, которую ты заслуживаешь. Но сатана будет думать, что ты мертв. Пройдут века, и его служители будут готовы к его воскрешению. Когда придет время, я извлеку меч. Готово. Отец проснется через несколько часов. Пройдет время, прежде чем Зобек почувствует его и пошлет своего человека. Я готов. Теперь твоя очередь. Сынок! Ты должен пойти со мной в замок немедленно! Что такое? Замок чувствует опасность! Он отдал приказы поместить реликвии бездны и хаоса в недосягаемости для твоего отца! Без этого оружия он не выберется из замка никогда! Ты должен отнести оружие туда, где отец сможет их найти! Я понимаю, что он должен пройти по пути возмездия по собственной воле! Но если мы не поможем ему сейчас, он проиграет! Все мы проиграем. Я понимаю, мама. Отведи меня к замку. Я могу одолеть тебя в одиночку! Не давайте ему ни шанса! Я горю! Он мой! Умри, дьявол!
Thank you.
Мама,
Меч у меня! Когда твой отец достигнул замка после победы над Забытым, он закрылся во внутренней комнате. Он сошел с ума в том месте. Это то место, где замок спрятал силу хаоса. То место. Я вернусь, мама. Обещаю. Теперь ты должен получить силу хаоса, сын мой. Скажи нам, Алукард! Так ты уважаешь своего отца! Ты присвоил его дом! Ты украл его реликвии! Ты убил его слуг! Что нам с тобою делать? Что же в самом деле? Я почту своего отца, освободив его от тебя! Ты можешь попытаться! Thank you.
Содружество рассчитывает на нас! Верьте, братья! Я горю! С дороги! Он мой! С дороги! Он мой! Аркесари Армаш! Братство рассчитывает на нас! Аркесари Армаш! С дороги! Он мой! Умри, дьявол! С дороги! Он мой! Братство рассчитывает на нас! Кесари Армаш! Телум Магика! Глобус Экс Игнифер! С дороги! Он мой! Аркесари Армаш! Умри, дьявол! С дороги! Он мой! Сделано, мама! Время! Отец скоро проснется! Я должен вернуться в город и защитить его от врагов! Все будет хорошо!
Он идиот! Отец! Я готов! Как раз вовремя! Так-так! Значит, это твое присутствие мы почувствовали. Мы думали, что это был твой отец. Мой хозяин будет очень разочарован. Хорошие доспехи. Я искал дракона, но вижу только ящерицу. Тебе в меня не попасть. Ха-ха! Слишком просто! В меня не попасть. Попробуй спрятаться теперь. Тебе в меня не попасть. Регенерация была первым уроком, который я изучил у своего повелителя. Thank you.
Лорд Зобек! Мы нашли его! Вы были правы! Он здесь!